каждый раз, когда я готовлюсь к какому-то балету, когда я слушаю музыку, она меня невероятно увлекает. Я могу сказать, что музыка Глазунова, вот именно для Раймонды, это сейчас одна из моих самых любимых. Очень увлекают все вот эти лейтмотивы, которые переливаются разными красками во время спектакля. И так сплетена ткань музыкальная, что музыка с хореографией, они просто одно целое. В Раймонде 5 женских вариаций. И в каждых 5 вариациях это разный солирующий инструмент. Получилось уникальное произведение искусства. Я считаю, что это один из самых богатых балетов типа на хореографию, на женские вариации. Каждая вариация очень красивая, и мне очень нравится хореографический текст, кардебалет, да и вообще все какие-то перестроения, передвижения по сцене. Во время репетиции заботишься только об исполнении и о каких-то технических моментах хореографии. Но когда попадаешь на сцену, первостепенная задача — это эмоциональная наполненность, ну, естественно, техническая составляющая. Обязательно нужно смотреть на сцену, куда ступаешь и на каком месте делаешь то или иное па, там, пируэт. Потому что бывает, что иногда какие-то неровности. Например, нельзя вертеться на склейках, потому что они более скользкие, чем весь остальной пол. Танцевать музыку считаю самым главным, что можно делать в балете. Во-первых, нужно слушать оркестр, потому что оркестр звучит по-другому, чем фортепиано на репетициях. Нужно смотреть на дирижера, чтобы мы вместе с ним вступили на какую-то вариацию. Дирижер должен чувствовать, как балерина танцует, и балерина должна чувствовать, какой темп задает дирижер. Это бывает довольно сложно, но нужно как-то найти эту синергию во время спектакля. Партнер, естественно, взаимодействие с партнером, когда танец дуэтный, это прежде всего про отношения, взаимоотношения между людьми. Это становится первостепенной задачей. Поэтому очень, очень о многом думаем, когда танцуем.